Чтобы иметь мощные и накачанные руки, профессиональные атлеты уделяют отдельное внимание прокачке брахиалиса. Новички, в свою очередь, ничего не знают об этой мышце и не уделяют ей должного внимания. Что это за мышца, где располагается, за что отвечает и какие упражнения на бицепс нужно выполнять для ее прокачки? Брахиалис или плечевая мышца располагается под бицепсом, пролегая в области передней части плечевой кости. Крепится она к бугристости на локтевой кости. Если по-простому, брахиалис – это объемная мышца, подобно бицепсу, пересекающая локтевой сустав и участвующая в сгибании руки в локтевом суставе. Благодаря хорошему развитию плечевой мышцы, руки в области бицепса выглядят намного объемнее и привлекательнее. По этой причине все профессиональные атлеты выполняют отдельные упражнения для развития этих мышц рук. Брахиалис – это мышца, которую практически не видно, особенно у обычных людей. При этом ученые отмечают, что 60-70% движения при сгибании руки в локте отнимает именно эта мышца, а не бицепс. Это пока точно не доказано, но однозначно можно сказать, что при сгибании конечности в локтевом суставе брахиалис однозначно участвует. Эта мышца сгибает руку вместе с бицепсом, причем в некоторых случаях превосходит его по функционалу. Например, при сгибании руки, направив большой палец в потолок, нагрузка смещается именно на брахиалис. Это подтверждают все бодибилдеры, и сами вы можете в этом убедиться. Взяв в руки гантели, в отличие от бицепса, брахиалис не способен проворачивать кисть, а лишь подводить предплечье к плечу. Эти функциональные и физиологические особенности нужно учитывать, составляя комплекс тренировки для прокачки рук. Требуется особая техника выполнения упражнений со сгибанием рук, если хотите сместить нагрузку на плечевую мышцу. Эта мышца работает лишь при определенных условиях, поэтому эффективными упражнениями для ее прокачки считаются подъем штанги на скамье Ларри Скотта, работа штангой хватом сверху, упражнение молотки, паучье сгибание, подтягивание средним прямым хватом. Кроме того, брахиалис подключается при выполнении таких базовых упражнений, как становая тяга, тяга штанги к поясу в наклоне, классические подтягивания с широким хватом и подъем гантелей или штанги на бицепс. Рассмотрим технику выполнения паучьих сгибаний и других упражнений, целенаправленно воздействующих на плечевую мышцу. Отмечу, что все они должны выполняться в 3-4 подходах по 8-12 повторений хватом сверху. Данное упражнение некоторым кажется неудобным, но все зависит от подвижности кистевых суставов. В классическом варианте данное упражнение выполняется средним обратным хватом и на выдохе поднимите до уровня груди, не разводя локти в стороны. В противном случае нагрузка будет смещаться на бицепсы. Научитесь правильно выполнять данное упражнение, и результат не заставит себя долго ждать. Упражнение для прокачки мышц рук с упором на брахиалис называется молотки. Выполняется оно с гантелями, которые нужно держать вертикально. Стойте ровно, держа спину, или сядьте на скамью, чтобы исключить любые раскачивания и читинг. Локти старайтесь держать прижатыми к телу, поднимая обе гантели, или поочередно работайте с таким весом, чтобы вы могли выполнить не менее 8 повторений. Поднимайте руки до горизонтальной оси, а затем медленно опускайте и вновь поднимайте без раскачки. Базовые упражнения для прокачки брахиалиса – это паучье сгибание. Для их выполнения нужно использовать скамью Скотта или простую наклонную скамью. В последнем случае нужно лечь на нее грудью, чтобы руки с изогнутым Z-грифом в исходном положении были перпендикулярны полу. Хват может быть прямым, но более эффективен для прокачки брахиалиса обратный. Сгибайте руки в локтях, не разводя суставы в стороны. Задерживайтесь на секунду и медленно опускайте гриф вниз. Чтобы не травмироваться, при тренировке брахиалиса нужно придерживаться элементарных рекомендаций. Если вы только начали заниматься спортом, не торопитесь сразу тренировать брахиалис средними или большими весами, иначе вы на следующий день просто не разогнете свои руки. Начинайте с небольших весов и базовых поднятий штанги на бицепс обычным прямым хватом. Главное, придерживайтесь расписанной техники. Уже нагрузку, а вы не травмировали свои локтевые суставы. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. Всем мир, до новых встреч. Y'all don't really know. I got so many bars, call it kamikaze. Ain't nobody ever gonna ever stop me. And I know that I could be a little cocky. That's the byproduct of hard work. No, it's not free. I'm at a top speed. I think you lost me. Do not cross me. I keep dropping all these hits, and I know that they watching. They keep showing up in my place, always knocking. Knock, knock, bitch. I've been standing right here. Been over 3 years.